Здравствуйте. Сегодня давайте рассмотрим тему, как быстро создать ярлык на рабочем столе для быстрого доступа папки, программы или чего-нибудь другого. Пример возьму. Создам ярлык на рабочем столе программы Sony Vegas. Открываю проводник. Захожу в программ-файл Sony. Здесь ищем Sony XE. Вот Sony XE. Правой клавишей мыши нажимаем «Отправить рабочий стол, создать ярлык». Нажимаем. Все. Закрываю папку. Вот ярлык уже создан у нас. Все. Для достоверности нажимаем его левой клавишей мыши. Вот запускается программа Vegas Pro. Все. Программа Vegas Pro запустилась. Закрываем ее. А теперь рассмотрим, как создать ярлык папки, которым мы часто пользуемся. Открываю тоже проводник. Давайте возьмем целую папку изображения. Нажимаем правой клавишей мыши. Создать ярлык. Нажимаем. Все. Ярлык уже создан на рабочем столе. Вот ярлык этот. Нажимаем изображение левой клавишей мыши. Теперь ярлык папки изображения находится на рабочем столе. Таким способом мы можем быстро открыть те или другие изображения или файлы, которые нам необходимы для частого пользования. И таким способом мы можем создать ярлык на рабочем столе для любой программы, для быстрого доступа. До свидания.